Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Час интервью». Я Григорий Антимони. Я с большим удовольствием представляю сегодняшнюю гостью. Это Агриппина Стеклова. Замечательная актриса театра и кино. Вы с ней познакомитесь, я думаю, в течение нашего разговора. А пока я хотел бы вот о чем спросить. Скоро ваш день рождения. Вы часто его проводите вне дома? Нет. 47-летие, пожалуй, я, наверное, буду встречать первый раз. Не то чтобы вне дома. Я встречала вне дома, но непременно рядом был как какой-то, ну, совсем близкий родной человек. Хотя бы муж, уж не говоря про всю семью. Вот. А сейчас я буду только в компании своих коллег, тоже моих друзей, но, тем не менее, без родственников. Первая жизнь, надо же. Ну, я пытаюсь вспомнить, и похоже, да. Похоже, да. А в детстве как было? По-разному. Было по-разному. Ну, как-то, да, праздновалось все равно. Видимо, наверное, это все может быть из детства, кто хочет отмечать, а кто не хочет. У меня как-то я не могу сказать, что прямо я всегда жду, с трепетом отношусь. Потому что, например, мой друг, вот, который был в этой студии, Максим Аверин, для него это прямо какой-то культовый праздник. День рождения, у него есть свои традиции. Именно в этот день он, там, например, уже во взрослом возрасте выходит на сцену и потом собирает. И теперь он вообще справляет в разных, не то чтобы городах, а странах мира. Играет, вывозит туда всех своих друзей. Вот. У меня нету такого религиозного, скажем так, молитвенного отношения к этому празднику. Иногда, да, наступает прям, что, ну, нет, не хочу отмечать, и как-то не хочется ничего. Ну, как-то вот по-разному. Зависит это, не знаю даже от чего. Вот. День рождения, в общем, это как бы прибавление, да, одного года, так пусть календарно, да, но все-таки как-то щелкает что-то, да? А как вы к этому относитесь? К возрасту? Я отношусь к этому. Ну, мое отношение так меняется. Я хотел бы немножко уточнить. Как женщина и как актриса. Я это разделяю. Да? А у меня, вы знаете, даже это каким-то образом соединяется уже. И я думаю, что мы, конечно, очень счастливый. Мы, с одной стороны, может быть, несчастные женщины, которые все-таки должны все время себя в тонусе, скажем, наверное, больше, чем кто бы то ни было, держать и соответствовать. Но я думаю, что мы такие счастливые. Нет возраста в профессии. И я, чем больше лет мне, и с каждым годом, чем мое прибавление больше возрастное, я понимаю, что его нет. И мне так везет с хорошими примерами. Вот вы один из них. И мы вот познакомились буквально час назад и провели с вами всего час. И я понимаю, что это, наверное, тоже какой-то знак мне. Это я сейчас про себя, про свой эгоизм. К моему даже дню рождения, что когда я смотрю на людей старше меня, значительно которые старше. Да, вот значительно это вообще, ну просто вот прям старше. И главное, на самом деле, не важно иногда, потому что в этом смысле отношение не меняется. Сейчас я растекаюсь прям по древу. Отношение не меняется. Сейчас даже как в 18. Мне кажется, что 30 — это, господи, это вообще, ну, потом разберемся. Это так много. То сейчас мне кажется, ой, господи, ну, разберемся потом. В 70 разберемся. Это так много. Но это невероятно стимулирует. Ты думаешь, что не то, что ничего не страшно, а это даже азартно, интересно и как-то прям, ну, тебе хочется вступить в какое-то не сражение, а в какой-то диалог и спор. Да это здорово. И посмотреть на себя через 10, через 20.
ой, страшно, это же через 30 лет. И когда ты видишь примеры, не просто удачные, а прям какие-то лихие, это очень здорово. Но все-таки у вас не может как-то вот не щелкать, да? Щелкает. Вот это вот я не могу больше играть, да? Вот это мне не предложат, да? Вот какое-то... Идет же сужение, правда? Есть. Конечно, оно есть. Но это тоже все внутри. Знаете, у меня есть такой, ну, невероятный пример в моей творческой биографии, который вообще стер все границы, раздвинул все рамки, и я все время привожу в пример. Конечно, это скорее исключение, подтверждающее правило, но тем не менее оно есть. Вы знаете, я никогда не мечтала, например, даже в юности о роли Нины Заречной. Я все равно даже в юности себя воображала Машей. Конечно, когда я стала расти, взрослеть и как-то мудреть, так обнаглею скажу, то я подумала, ну, наверное, все-таки Аркадина не должна от меня уйти. И вдруг объявляется мой любимый Бутусов, что он будет делать «Чайку». И, конечно, я Аркадина. Я долго репетирую это. Вот мы мнем со всех сторон. Он ищет мне Тригорина среди нашей команды, скажем так. Потому что ему очень важно сочетание. У него какой-то свой язык птичий, вот, который уже мы понимаем. И говорит, что мне надо понять, что высекается в этой паре, а что в этой. Мы делаем дикое количество этюдов. До премьеры остается, ну, наверное, месяц. Да. Или месяца полтора, может быть, максимум. Вдруг он как-то на какой-то репетиции говорит, не просто почитай монолог основной, вот «Люди-львы». И как-то я его прочла, и это тоже отодвинулось. Ну, в общем, чтобы уже вот совсем-совсем не занимать ваше внимание, он снимает меня с роли Аркадины, и я начинаю репетировать «Заречную». Вот сказать вам, что я пережила драму, это ничего не сказать. Я не верила, ну, мне кажется, вообще до выхода на сцену, что так оно и останется. Я думала, что, естественно, не просто плакала, а рыдала. Я была уверена, что он считает, что что-то во мне, ну, как бы не то. Я не могу быть Аркадиной по какой-то, причем по каким-то его представлениям. И пытается меня утешить тем, что я Заречная. Ну, конечно, этого не будет, потому что этого не может быть. И потом я, ну, в лучшем случае буду Полиной Андреевной, а в худшем меня не будет вообще. И в итоге я играю Заречную, играю по сей день, и я получаю невероятное удовольствие от этого, и говорят, что я убедительна. Поэтому вот, если я ответила на ваш вопрос, да, но, да. Конечно, стандартно, конечно, я много куда не вписываюсь уже. Вот, конечно, я всегда мечтала о Гоголе, но я думаю, что Агафья Тихоновна уже ускользнула от меня. Ну, например, она уже... Конечно, я мечтала о Соне из «Дяди Вани». Ну, ее сыграла моя невестка. А моя дочь тоже играет Заречную в театре «Фоменко». Так что, ну, да. Наши мужчины, муж и сын, говорят, у нас две Заречные. У нас вообще полный набор «Чайки» дома. Две Заречные, один Сорин и Медведенко. Так что как-то так. А вот я хотел бы, чтобы вы представили вашу семью, или как их иногда называют, клан Стекловых. Да. А вы как-то сказали, что мы все... Как бы это, так сказать, поделикатнее сказать, мы все рыжие. Ну да. Хотя, в общем, количество рыжих, на мой взгляд, ограничено. В общем, расскажите.
ну, самый главный рыжий человек, конечно, это папа, собственно, вот от которого я унаследовала, ну, почти все. Несмотря на то, что я очень-очень мамина дочка, душевная, эмоциональная, у меня такая мощная связь с мамой, но я абсолютно папина внешняя, по темпераменту, внутренней. Я как бы вот, как говорят про девочек, ой, счастливой будет. Я абсолютно папина. И когда маму встречали, например, их друзья юности, которые видели меня совсем крошкой, и спрашивали, ой, ну как Володя, значит, как Гранечка. Она говорила, Гранечка прекрасная, замечательная, рыжая наша Гранечка, очень похожа на Вовку. Я говорю, ой, бедная девочка. Вот, так что вот я как бы, ну, папина. Папа – это замечательный актер театра и кино, один из моих любимых, надо сказать, Владимир Стеклов. И то, что вы так похожи и такие разные, да, вообще-то, да, совершенно разные, это здорово, мне кажется, это очень интересно. Поскольку папа не знал своего папы, поэтому многое для нас так и остается неизвестным. Мы прямо очень хочу сделать, как это называется, вот это исследование сейчас. Чтобы хоть как-то что-то понять. Потому что такая мощная порода. Вот, а вы дальше бабушек и дедушек знаете? По маминой линии, да. Чуть-чуть дальше, может быть, на... А по папиной нет, почти нет. Отец вообще неизвестен. Бабушка, конечно, да, естественно, папина мама. Да, она была с нами все время. Вот, а я вообще ребенок, взросленный бабушками и дедушкой. Вот, и поэтому мне, конечно, любопытно. Я понимаю, что там какая-то очень мощная порода. Очень-очень-очень. И думаю, что она как-то вот от отца-отца. И мой сын очень похож, то, как я похожа на отца, и очень похож на меня мой сын. Данила, да. Вот очень-очень внешне, несмотря на то, что, вот как у меня с мамой, говорят, что он очень похож по манере разговора, даже по тембру голоса и вообще по какой-то эмоциональной даже составляющей. Он похож на моего мужа, не являясь его биологическим сыном. Это тоже забавно. Вот. Но, в принципе, порода у нас, как бы, конечно, мощная. Вот отцовская, стекловская, скажем так. Алло, алло! Павел Сергеевич, вы меня слышите? Что у вас там за шум? Танки, Борис Николаевич. Я повторю. Вы помните наш разговор в Туле? Борис Николаевич, я офицер. У меня есть приказ. Понимаю. Это что касается вот нашего дерева. А, дерево. Еще у меня есть уже теперь две сестры. Вот одна моя любимая Глафира, которая младше моего сына на несколько лет, тетка. Это папина. Это от новых браков папы. Да, папы, да. Да. Ну и сейчас у нас есть уже практически... Она практически, мы ее называем бабка Арина. Вот, она потому что родилась бабкой. Вот. Это моя младшая сестра Арина, вот, которая на полгода старше своего внука. Моего внука. Да, это интересно. Внука Петра. У нас, ой, вообще, без пол-литра не разберешься. Вот, мой супруг Владимир, вообще мой друг, мой мужчина, мой муж. Партнер по профессии. Мое все. Мой коллега. Да. Вот, мое все. Да, его зовут Владимир Большов. Да. Ваша встреча и вся эта история. Вы об этом уже столько раз рассказывали. Да. Я даже не хотел про это говорить. Да. Вот. И... То есть это такая
актерская династия мощная. Да, которая... про Машку вот не сказала, да, только. Да, вот и наша дочь Мария, тоже не являющаяся моей биологической дочерью, но она полностью, конечно, моя дочь. Вот она биологическая дочь Володи. И Данилина сестра, они брат с сестрой. Она сейчас уже тоже взрослая, закончившая ГИТИС, мою альма-матер. Данила закончил МХАТ, в котором учился Володя. Вот, а Маша закончила ГИТИС, который закончила я, мой факультет режиссерский, и сейчас работает в театре Фоменко. Вы мама, мачеха, жена и бабушка. Бабушка, да, сестра, да? Еще. Да, сестра еще. Все попробовали, да? В общем, вам это нравится? Да, очень. Да? Очень, да. А какая вы бабушка? Вообще. Это, честно говоря, я, когда моя мама говорит, смотрит сейчас и говорит, ой, ну я, конечно, понимала, но я не предполагала, Грань, что до такой степени. Я говорю, да ты не предполагала, я не предполагала. Конечно, моя жизнь разделилась на до и после. Конечно, он мистер совершенства. Мой Петр, он, конечно, совершенный мальчик. Моя любовь, мое счастье, моя отрада, вот моя отдушина такая прям. Я понимаю, вдруг я теперь понимаю любовь бабушек, дедушек и внуков, эту невероятную космическую связь. Вдруг я это поняла. Я даже этого не понимала. Вот у моего сына, у Даньки, очень мощная связь с моей мамой, с бабушкой. У них какая-то жизнь своя отдельная, даже от нас. У них свои секреты, свои... Я этого не дочувствовала, скажем, вот когда он рос. И сейчас это знаете, какая-то любовь без... Ну вот это вообще без обязательств. Это ты должен только любить. Как-то безответственно, что ли. Я не знаю, ты всегда за что-то ответственен. В браке, когда воспитываешь детей своих, ты что-то должен. А здесь, ну, может быть так. Это я просто пытаюсь какую-то на самом деле гармонию алгебры подчинить. Но просто я вот размышляю и думаю, а почему так? Вот почему я люблю так этого ребенка? Почему? Что это такое? Ну, наверное так. Вот когда я задумался над вот историей вашей семьи, как четырех поколений русских актеров, я задумался над таким аспектом. Дети, которые, ну, в силу актерской профессии, в силу других обстоятельств, они бывают, ну, можно сказать, не то что недолюбленными, да, но чего-то вот от обычных детей их отличает. Я вспоминаю ваш рассказ о том, как вас оставляли одну, там, в четырехлетнем, да? Да, возрасте. Даже раньше, да, еще даже не было раньше. Четырех. Ну, здесь бы это считалось чистым, да, криминалом. Да, абсолютно. Абсолютно. Вот, вы плакали, приходили соседи, ну, в общем, вся эта, угу, в общем, обычная история. Ваш сын замечательный, которого я так заочно полюбил, Данил, он о себе говорит, я был одинокий ребенок. Меня отправляли все время в интернат, который я ненавидел. Кстати, такая же судьба была и у Маши, правда? Да, да. Да. И я знаю, что он вас обожает. Да? Это даже не любовь, это какое-то, в общем... Ну, судя по тому, что вот я, по моему ощущению. Ну, да, я очень надеюсь. Но все равно, наверное, какая-то сидит в нем вот обида за те годы. Безусловно, наверное. Это же был интернат ясли, интернат сад. Не ясли, был какой-то был небольшой период сада, и были начальные классы школы. Да, но он, да, говорит, что до седьмого класса. То, что он говорит. Да. Нет, да, конечно, до седьмого класса, но с какого-то момента просто
можно было, как с момента, когда он смог передвигаться сам, ну, скажем так, он там не находился, он просто приходил домой. Проблема-то в чем была, что невозможность их забирать. Отводить-то да, а забирать как? Когда у нас сменялись не то что дни, времена года. Ты выходил и понимал, господи, весна. Но мы очень старались это восполнить. Восполнить как? Активным своим присутствием в любое свободное время. День, час, полчаса, 15 минут. Как только ты в буквальной близости с ребенком, и как только ты понимаешь, что этот час ваш, мне кажется, что мы очень старались это. Отдых, это было, ну, вообще незыблемое правило с семьей обязательно проводить время вместе. Вот, и поэтому как могли разговоры и даже обучение в проферанс, то, что можем. Книги, кино, совместное и какое-то, и разговоры, разговоры, разговоры. Как Зорька? Скоро уже. Только беспокойная она стала. Надо ветеринара вызвать. Зачем вызывать? У нас вон свой есть. Я ее спрашивал, она не хочет. Маша, надо Зорьку посмотреть. Дочка, я с тобой разговариваю. Маш! Я вам сказал вначале, что я хочу ссылаться на какие-то цитаты из интервью вашего сына. Меня одна вещь, вот в связи с темой, о которой мы говорили, да, вот дети актеров, возможные там психологические травмы, воспоминания. Меня совершенно потряс один эпизод, о котором он рассказал, что когда родился его сын Петя, да, Петр? Да, Петр. Он был настолько потрясен этим, и он думал, что он может вот в своем сегодняшнем состоянии дать младенцу. Да? Ну, это совершенно, если говорить об отце, это совершенно ограниченный круг возможностей. И он говорит, что он вставал к каждому кормлению и сидел рядом с ней. Когда она... Меня это просто потрясло, честное слово. И он как-то, знаете, для меня открылся совершенно, совершенно по-другому, потому что я уже много о нем почитал. И вот знаете, это даже мне не... Ну вот это даже мне неведомо, потому что... Но вот то, о чем вы говорите, что он был совершенно потрясен, это правда. Он к этому очень готовилась. Надежда, его жена, моя невестка, она рассчитывала как-то внутренне, предполагала и готовилась к какому-то, ну, к чему-то настолько невероятному и к такому кошмару и катастрофе вот после рождения. В каком смысле? Просто бытовой, как это все будет сложно, как это все будет непросто. А Данила как-то еще, когда она была в положении, когда она была беременна, было все очень легко у него. И как только Петр появился на свет, все произошло с точностью да наоборот. С Данилой что-то случилось. В одну сторону он просто как-то стал даже немножко как-то аутичен, немножко очень ушел в себя на какой-то период времени. Мы не понимали, что с ним происходит. И как бы старались его не трогать. И только потом он признался, что я никогда не предполагал, что это такое событие. И что это так сложно. Что это так... А Надя вдруг сказала, я никогда не думала, что это будет так легко. Что это... Вот как-то так. Да, но на Данилу рождение Петра произвело неизгладимое впечатление. Я понимаю, что оно что рождение, появление нового человека на всех производит, но как-то это было прям мощно. Он изменился буквально.
Ну вот он потом говорит, что он потом научился замечательно пеленать, в общем, и что-то делать еще. Но поначалу это было вот сидение рядом с ней. Ведь это же я этого не знаю. Да, вот с Надей, да? Надя. С Надей, когда она кормила. И меня это, правда, меня это очень сильно тронуло. Ну, хорошо. Вы учились у Марка Захарова, правда? Анатольевич, да. Меняю совсем. Да. Да? А почему вы не остались в Ленкоме? Ну, как вам сказать? Во-первых, начнем прям с этого. Меня как бы туда никто не, вот, не звал так, чтобы прям... Чтобы оставались там. Ну, да, чтобы так? Я... То есть... Я думаю, что если бы я никуда не распределилась, это такие мои предположения, Марк Анатольевич, конечно, бы меня не оставил. Конечно же, бы он меня пригласил к себе. Без того, что он мне предлагает какую-то роль, безусловно, я, наверное, бы продолжила танцевать в каких-то спектаклях, играть какие-то небольшие. То есть, что называется, он позвал бы меня к себе без обязательств. Вот, но, а так, чтобы пригласить меня на роль или вообще пригласить, ну, вот, в театр, как, не как свою студентку, а как, вот, молодую актрису, потому что такого не было, чтобы не вводить в заблуждение ни себя, ни кого бы то ни было. Вот, это первое. Второе, я, надо мной даже сейчас иногда какие-то мои... скелеты из прошлого, вдруг, опа, как когда, ну, этого гораздо меньше. Ну, папина дочка, вот это, я это имею все. А в юности это имело, ну, какие-то катастрофические масштабы. Во-первых, просто элементарно папина популярность. Ну да, да, вот, шлейф. Да. Это было невероятно. Когда так, говорили... Так это помогало или вредило? Ужасно, нет. Нет. Ну, если как, ну, бредовые какие-то мысли у меня даже были поступать под другой фамилией, ну, какая-то вот, ну, совсем. Если мне говорили, что вот Захаров возьмет всего, это же, понимаешь, это же такая маленькая актерская группа. Это вообще к Захарову бессмысленно поступать. Это же режиссерско-актерский факультет, поэтому актерская группа будет вообще вот такая, курс. А девочек будет пятеро. На курсе. Это ничего. Потому что на самом деле их будет четверо. Я говорю, а почему четверо, когда пять мест? Ну, потому что пятое Стеклова будет. Говорили мне, не зная, как я выгляжу. И это мне не то чтобы мешало. Меня это... Хотя я сейчас думаю, может быть, наоборот, мне это помогало, потому что это меня так раздражало. И творчески раздражало. И так... А поскольку я все-таки человек довольно амбициозный, вот, и довольно тщеславный, и иногда мне это даже и помогает, и мешает, то меня это как-то двигало. Мне все время хотелось что-то кому-то доказать. Вообще себе, что нет, я не папина дочка, имею право, и вообще я имею право, что они тварь дрожащая. Вот я, да. Царкач мне задал тот же самый вопрос. Сатирикон же был первый театр, в который наш курс, собственно, пришел показываться. И вообще он пошел показываться после четвертого курса, дабы проверить свои силы и возможности, потому что нам предложили учиться 5 лет вместе с режиссерами. Просто играть спектакли, получать стипендию, общежитие у иногородних было. То есть бонусов было много. Но мы решили показаться, актерская группа, в какое-то количество театров. И Райкин смотрел нас первым. И мне он, когда уже позвал меня к себе, он задал мне этот вопрос. Почему не Ленком? Сказал, потому что я, в принципе, я тогда ему в силу возраста не сказала. Мне было стеснительно сказать, что меня туда не зовут. Что я, в общем, что я там, в общем, не нужна глобально. Меня туда, ну, как бы приютят, но не приглашают. И он поэтому мне спросил, а почему? Я сказала, потому что нет. Потому что мне это мешает, потому что отец, и потому что вот как бы... И он, смеясь, сказал мне, слушай, ну даже если бы ты вот мне еще вот не показывал, я бы тебя уже за это взял. Потому что я тебя понимаю как никто. И мне это, я с этим живу, и до сих пор. Я подумала, господи,
Я смотрела «Рогоносца» недавно. Как ты можешь с этим жить? Ты просто уже, ну, я не знаю, ты планета какая-то отдельная. Он сказал, да-да-да-да-да, я тебя очень понимаю. Вот, собственно, это было второй веской причиной. Ну, а третий, и тоже, я считаю, веской причиной, что Райкин звал меня так и принял меня так, то мне было бы просто преступлением к нему не пойти. Правда. Это было очень заманчиво и очень... Ну, как-то мне это очень льстило, грело мое самолюбие. И потом я посмотрела там несколько спектаклей и поняла, что я хочу там работать. Потом я еще посмотрела несколько и подумала... Что-то я, может, недоразобралась. Вот, но те спектакли, в которых я недоразобралась, они быстро уже ушли. Сказал, что я меняю сейчас вектор театра. И вообще все будет немножко иначе здесь. И как-то немножко омолаживаю его, вливаю какую-то другую новую кровь. Но мне было достаточно «Рогоносца» и «Превращения». Это Фоменко и Фокина спектакли, которые, в общем, решающую роль сыграли в моем выборе. Потому что меня еще брали, например, приглашали меня в «Современник», пригласили на второй тур, там, на какой-то перетур, там, то ли в «ТЮЗ», по-моему. Куда-то еще какие-то у меня были приглашения. Сегодня вы, ну, бесспорно, в общем, ведущая, актриса этого театра. И здесь до вас были два человека, которые разговаривали, да, о «Сатириконе». Это Максим Аверин и Константин Райкин. Они говорили по-разному, да, но одно можно было понять, что это необычный театр по устройству, по внутренним отношениям, даже вот с какими-то там обидами и... Ну, то, что естественно. А что для вас этот театр? Вот если коротко вот сказать, что это такое? Ну, это, безусловно, моя жизнь. Это, безусловно, мой театр, который полностью соответствует моим представлениям о театре. Может быть, потому что я другого не знаю. Это раз. А потом, на мой взгляд, это непременное условие. И как только оно нарушится, это... Там все посыпется. Это люди, ну, как-то очень совпадающие по группе крови. Какие-то очень разные, но что-то, не, ну вот их как, какое-то непременно их объединяет. Готовые на все. Пробующие, интересующиеся, какие-то... И все это, собственно, в нас... Он нас как-то угадывает. Раньше он угадывал, уже теперь взрослое поколение. Сейчас он пытается воспитывать свое. Вот. А раньше он угадывал нас из разных абсолютно мест, из разных вузов, из разных школ. И как бы брал, продолжал в нас это взращивать, культивировать и как-то воспитывать. Ну, конечно, он наш капитан Райкин. Я отношусь к нему однозначно, скажем так. Я его очень люблю. Хотела сказать немножко другое, что он сложный сам по себе. Он разный, он порой несносный, невыносимый. Я часто с ним не соглашаюсь, но он, конечно, мой человек. Абсолютно. Он мой... Но при этом я могу сказать ему почти все. Ну, что касается творчества, да иногда и не только творчества. Вот почти все. Почти во всем, я знаю, мы совпадем. Мы в глобальных каких-то вещах. И еще для меня бесценно то, что он не просто любит это место, собственно, которым он руководит, даже плохое слово, который он ведет, да, ведет по своему пути, вот какому-то. Он его обожествляет.
он вообще считает, что, ну, собственно, только там может быть жизнь. Что это, что театр вообще это спасение от всего. И, ну, вот мы можем соглашаться с ним в этом, там, не соглашаться. Но, может быть, у кого-то более раздвинутые границы. Но это не может не подкупать. Терзание ваша лишняя причина его болезней. Вы должны смеяться, вы шутками должны его развлечь. Терпение, миледи, нет сомнений, недолго ждать. Поправится король. Что ждет меня, когда мой муж умрет? Вас наградил Господь хорошим сыном. Он вам во всем послужит утешением. Да он ребенок! А его судьбу король доверил Ричарду, который терпеть не может ни меня, ни вас. А театр может быть спасение от того, что происходит вокруг? Да. Да? Конечно. Да. Я прям не задумываясь и думаю, что зачастую это так и происходит. Другое дело, что все равно нельзя не замечать того, что происходит вокруг. И оно очень на тебя влияет. Потому что если на тебя это совсем не влияет, ты безумен. Ну, это тоже неверно. Ты все равно это обмен какой-то. Я не отношусь к актерам и к актрисам, для которых не важен зритель. Для меня очень важно, кто пришел, как воспринял, как они дышат, откуда они пришли, из какого мира, чем они живут и вообще как они воспринимают происходящее. Я не могу так, когда это вообще не важно. Там слово вашему сыну. Актеры совершенно зависимые люди. Отсюда и наша продажность. Это правда? Сложно. Может быть, в его возрасте. Ну, я понимаю, я ответила бы. Несколько такой резко экстремальный. Безусловно, мы очень зависимы. Но есть всегда выбор. Я считаю, что выбор есть всегда. Конечно, мы наступаем на себя, на что-то, на принципы, на, ну, на, когда наступаешь на какую-то прям вообще какие-то совсем болевые точки, это невыносимо. Безусловно, это есть. Но выбор есть всегда. Я настаиваю на этом. Правда. Поэтому не могу однозначно. Не могу ответить. И никого никогда не буду осуждать. Если даже не согласна. И если даже понимаю, ну зачем тебе? Ну все же есть. Я уже даже не говорю про людей, которым просто надо жить. Тогда это вообще не обсуждается. Ну надо выживать. Кормить семью, детей. Это все это мы проходили в конце 90-х и в начале 2000-х, когда не было ни кино, был только театр, где мы, кстати, скрывались полностью от происходящего вокруг, в стране. Мы не то что не понимали и не знали, а мы, ну, я уже говорила про то, что сменялись времена года. Ты выходил, говорю, господи, уже весна. Пахнет весной, елки-палки. Надо же. Ой, как жарко. А что так жарко? Потому что лето уже наступило. А ты как-то даже не успел переодеться толком. Конечно, мы укрывались, но это было как отче наш. Мы с Максимом Авериным. Это вот к разговору о продажности. И не только. И со всеми нашими коллегами. Из Сатирикона того же, например. Когда мой супруг делал программу какую-то, и нам надо было в предновогоднее время, а новогоднюю ночь просто, ну уж прямо, ну если 5 мест ты успел объехать, сменяя друг друга, кто-то это, а потом Дед Мороз и Снегурочка, креативные мы с Максом. Например, к уже поддатым несколько
Да. Да, конечно, да, да. Это столько с этим связано. И воспоминаний, и прекрасных, и неприятных, и всего. Но, слушайте, ну мы жили год потом на это. Ну, правда. Ну, мы зарабатывали, ну, и понятно, за эти конечно. Там 10 дней. Что это, продажность? Не продажность? Ну, с другой стороны, своей профессии это как бы зарабатывали. Поэтому, да. Ну, и поэтому иногда смотришь и думаешь, ну, зачем тебе? У тебя же все есть. Откуда я знаю? Не мое это дело. У всех есть выбор. Всегда. И у нас тоже. Поэтому и стараюсь. Я стараюсь. Знаете, я вот хотел, чтобы вы сказали буквально по несколько фраз, характеризуя двух людей, именно режиссеров. Я вот выбрал их на свое усмотрение. Ой, не знаю, попал я или нет. Это Андрей Смирнов и второй Юрий Бутусов. Ой, как вы попали, прям. Да. Андрей, ну, давайте, Смирнов. С Андреем Сергеевичем. Андрей Сергеевич. Это такая моя нежность, мудрость. Он невероятно мудрый человек. Он как очень чувственный. Очень нежный, вот нежный, трепетный к артистам. При этом очень непримиримый, взрывной и абсолютный пацан. Он мудрый пацан. Ну, и, конечно, я, вот, да извинят меня, ну, я не буду употреблять прилагательные талантливые, так, вот, ну, это как бы за скобками, это и так понятно. Да, вы знаете, как я попала к нему? На фильм? Да. Да. Знаете, речь идет о картине «Жила-была одна баба». Да. Знаете как, да? Нет, конечно. Нет, можно? Нет. Я... Да. Это потому что это моя одна из моих любимых историй. К моему мужу попал этот сценарий. Его позвали на пробы. Я позвонила кастинг-директору. Я прочла этот сценарий. Я уже знала немножко предысторию. 25 лет написания, все это. Я сошла с ума. Я позвонила кастинг-директору Тине Туманишвили. Сказала: Тин, я умоляю тебя, можно я приду познакомиться с ним? Она говорит: Грань, Гранька, он тебя знает. Он как бы тебя знает, он тебя видел в театре, вот он там чуть ли не на Ричарда ходил. Ну, он не звал тебя. Я говорю: ну, пожалуйста, просто, ну, как бы, я просто, можно приду? Ну, ладно, сейчас давай я попробую как-то. Ну, вот он Вовку позвал. И потом перезванивает и говорит: слушай, ну, приходи перед Большовым там на 10 минут. Это там ни пробы, ничего. Вот, и я зашла, он очень тепло меня встретил, очень сказал: Гранечка, и сразу подготовлю, миленькая моя, я вас обожаю, я вас люблю, какими-то прекрасными меня сразу словами, наверняка еще и что-то преувеличил, что я вас видел и там, и там, и там, и там. Вы, ну нет, откуда мы денем эти волосы, ну что вы, я даже как бы, ну не хочу улыбнить, о, эти зубы, я говорю, да как, нет, ой. И просто я сказала: да, Андрей Сергеевич, ну будьте вы человеком. Это первый и вполне возможно последний раз в моей жизни. Я никогда, клянусь вам, никого ни о чем не проси. Вот так режиссеров никогда, худрука своего, этим могу, собственно, и даже вот гордиться. Хотя меня иногда ругают и говорят: да, могла бы и сказать, между прочим, а мы и не знали, что ты этого хочешь, например. Вот, но у меня... И вот у меня... Вот, ну, пожалуйста.
Ну ладно, ну как-то, ну да, я подумаю, может, там вот есть такая у меня вот там панька. Я подумаю, как этим распорядиться. Тут открылась дверь, зашел Большов. И он, мгновенно утратив ко мне интерес, сказал: «А вот это мой персонаж!» «Гранечка, все-все-все, пока-пока!» Потом через какое-то время мне позвонили, пригласили меня на пробы. Надо сказать, что в этой компании, вот Валеры Тодоровского, я уже снималась, вот у Велединского, и поэтому меня там знали. Гримеры, костюмеры. И вот я, воспользовавшись служебным положением, они меня любили, они мне помогли просто. Там, ну, как-то ко мне более трепетно отнеслись. Грима, костюма. Были ансамблевые пробы. Мы попробовались. Это был съемочный день. Мы пробовались практически вот смену. Вот. И потом мне позвонил и утвердил. Шов и Трибунцев. Еще один мой друг. Собственно, так и провисели у него на доске, и везде он эти две фотографии, вот мы уже уехали в экспедицию, это же снималось год, больше, несколькими как бы блоками, частями, где разные роли, где разные люди, и он все время их перемещал и не знал, куда их, как он просто вот сказал, я вот влюбился в этих вот двоих, и куда их вот как бы, и они так и не снялись, вот. Так, это про Андрея Сергеевича. Юрий Николаевич беспощадный, очень ранимый, непримиримый, интуитивный, вот даже не чувственный, несносный. И я его обожаю. Тусова. Я его ненавижу, и я его обожаю. А почему ненавидите? Настоящий какой-то союз творческий, но это сравни абсолютно мужско-женским отношением. Причем это абсолютно неважно. Мужчина-женщина, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Это вот как бы старше-моложе. Это как в любви. Это такой разлет страстей и такой разлет чувств, это такое, я столько боли и столько счастья, и мне, пожалуй, ни один режиссер не доставил. Вот так, наверное. Поэтому, как бы, может быть, я бросаюсь такими словами: ненавижу, люблю. Но это вот как, может, это даже немножко как-то банально и примитивно, но это так. Столько боли, столько слез, столько. Но он тут же говорит, когда у него берут интервью там про меня, он говорит: а она плачет. Просто она думает, что я не плачу. Просто она моих слез не видит. Но он, масштаб его таланта, он ему неведом самому. Вот я про это говорю, про интуицию. Он такой чувственный, так он что-то понимает, а как — не понимает. Он даже не может объяснить это как. Он только видит и на уровне музыки это. На уровне вот он ставит музыку, и вот ты под эту музыку должен как-то существовать. Скажем так, вот делать какой-то этюд, вот на это, а потом вообще эта музыка уходит, а остается то, что ты делал. Это вот какое-то варево, каша, компот, винегрет, как вот это все его на самом деле цитаты, я его цитирую. И вот из этого что-то потом вычленяется, как он миксует людей, кто мужчина, женщина, мать, отец, вот мать, сын, вот как-то люди, энергии. Это на каком-то таком чувственном, интуитивном уровне, ну вот он такой, вот такой уровень таланта. Скажите, а Райкин не ревнует своих актеров к такому режиссеру, как Бутузов? Не знаю, думаю, что нет. Райкин умный. Во-первых, и Райкин артист. Он с ним работал.
он сделал с ним, на мой взгляд, блестящие свои роли. Просто. Ричарда Третьего и Короля Лира. Он грандиозен был и в одной, и в другой роли. И абсолютно был на нашем месте. И абсолютно, я уверена, может быть, другими словами, но я убеждена, что у Райкина абсолютно такое же отношение к Бутусову, как у меня. Ваш сын, наше поколение актеров намного смелее, чем наши родители. Да. Я вообще восхищаюсь ими. Я очень люблю это поколение. Очень. Я не отношусь к людям, которые говорят, вот мы были, а вы сейчас мелкие, обмельчали. Я не знаю, может, я общаюсь с той молодежью, с которой надо. С которой надо, да. Может быть, они меня очень... Да, они смелые, мне кажется. Они дерзкие. Он не замечает ни боли от ран, ни пейзажа вокруг. Его поза выражает уравновешенность и отрешенность. А можно вопрос? Почему образ святого Себастьяна так популярен среди, как сказать, сексуальных меньшинств, в частности, геев? В чем причина? Я честно не в курсе. Мне кажется, просто он красив, обнаженный мученик. Но Иисус Христос тоже... Вроде обнажен и не урод. Это вы говорите о сцене или о жизни вообще? Обо всем. И сцена тоже? Да. Да. Это однозначно. Они крутые. Они вот какие-то меньше чем-то скованные, меньше в хорошем смысле, меньше думающие. И тоже, вот, чтобы вы меня правильно поняли, больше как-то, больше знающие. Я очень люблю это поколение. Вот сейчас вообще. От 20 до 30, вот это десятилетие. У меня очень много общения с ними. У меня очень много сыновей. Сценических и кинематографических. Из разных школ, из разных вузов. И никто из них почти... с какими-то, может быть, редчайшими исключениями, не оставил меня равнодушным. А я очень их люблю. Они прекрасное поколение. Ну, конечно, такой внятный пример у меня моих детей, а их уже как бы Данила, Маша, это понятно. Теперь у нас появилась еще Надежда. И теперь у нас еще есть, например, Денис у Марии, который... учится тоже в ГИТИСе. Он закончил колледж Табакова, а учится в ГИТИСе сейчас на режиссуру. На режиссуре, на курсе Кудряшова. Вот, поэтому у нас только за семейным столом они уже нас давят. Ну, в хорошем смысле. Еще одна цитата. Так. Из вашего Дани. Я жду, когда не будет всех этих путиных Сеченых, и придет наше поколение, и у нас тогда в стране будет лучше. Ты трогательный, он бунтарь, Даня. Ну, что мне сказать? Что я согласна с ним? Да, это... Ну, это правда. Мне просто... И я даже сейчас не буду... Ну, как сказать? Я... Сейчас это не буду обсуждать конкретно, но как-то мне не хотелось бы, потому что детство, юность и почти молодость моих детей проходит при правлении одного человека. Ну, пожалуйста, пусть хотя бы, когда они вступят во вторую фазу своей молодости, уже совсем такой зрелой молодости, ну, пусть что-то изменится хотя бы на этом уровне. И пусть, ну, как бы, господи, ну, нет, конечно, нет, не надо так. Мне сразу хочется сказать, и пусть даже будет какой-то период хуже, но изменится. Вот, мне, конечно, не хочется, чтобы было хуже. Но мне хочется, чтобы изменилось.
Наше время, в общем, подошло к концу, и я хочу закончить двумя, опять же, цитатами из вашего сына, которого я действительно полюбил вот в процессе подготовки, да, и читая о вашей семье. Я очень люблю свою маму, но когда мне не нравятся ее антрепризные спектакли, я говорю: извини, мама, это полное дерьмо. Да. А вы ему можете так ответить? Да. Да? Конечно. Мы честные. Мы стараемся, ну, как-то по максимуму пытаемся беречь друг друга и оберегать, потому что все очень чувствительные, очень ранимые, несмотря на какую-то мужественность и стержень внутри, но мы честные. И для меня это вообще не новость. Я так росла. Папа со мной совсем не церемонился. И когда я сейчас смотрю на своих сестер и на Глафиру, особенно на Арину, я говорю: да, так может быть. То есть это так можно? Вот мне это вообще, ну, неведомо было. Я так, в общем, жила довольно в железной дисциплине. Я, конечно, вырывалась, бунтовала страшно, но это другой вопрос. И поэтому я привыкшая. У меня в этом смысле есть иммунитет. И со мной только, ну, наверное, так и надо. И если дети просто честные, то муж вообще беспощадный со мной. Просто беспощадный. Правда. И мы, конечно, к детям, ну, равно так же. И тогда последняя цитата. Этим мы закончим, да? Я то, могла бы, конечно, Данил, еще. Да, я тоже мог бы, но я знаю, что вас ждут ваши коллеги. Вот. Мне очень жаль с вами расставаться. И мне. Вот. И я хочу прочитать то, что он сказал, и присоединиться к этим словам. Моя мама – выдающаяся русская актриса. Одна из самых лучших в России. Она прекрасная мама, жена и дочь. Граня, спасибо, что вы к нам пришли. Немножко меня растрогали даже. Вот. Ну, это, в общем, в финале хорошо, когда... Спасибо вам большое. Я, знаете, ну, правда, не часто получаешь, ну, как какое-то как-то удовольствие. Я, честно говоря, не очень все это... Ну, интервью я так... Я вообще фотографии... Не, ну, как бы... Поэтому это вообще бесценно, когда ты вдруг получаешь удовольствие от общения и еще такого нетипичного и просто невероятно креативного и великолепного, ну, подхода. В моем случае это сработало на 100%. Поэтому я процитирую вам моего коллегу Евгения Стычкина, который вчера мне сказал: «Ой, Гранёк, конечно, мы тебя будем ждать непременно, просто мы сейчас едем на Ниагару. Мы тебя будем... Обязательно иди, обязательно к нему иди, ты кайфанешь». Вот, собственно, он меня не обманул. Спасибо. Это была Агриппина Стеклова. Всего вам доброго. До следующей субботы. Мы никуда не ездили, ни в какую Москву. И большой театр. И в большой театр. Это я все придумаю. Для тебя. Даже не знаю, зачем. Я тебе не верю. Мы там были.